Осужденные захватили областную больницу, расположенную на территории 5-й исправительной колонии. По такому сценарию разворачивались антитеррористические учения, которые прошли в среду в Кохме. По легенде, заключенные проходили в больнице лечение. Группа пациентов, находящихся в преступном сговоре, захватила в заложники персонал лечебницы и других больных. Террористы требовали самолет для вылета за пределы страны. На место чрезвычайной ситуации незамедлительно прибыли сотрудники ФСБ, ФСО, полиция, военные, спасатели и медперсонал. Благодаря слаженным действиям силовиков террористов удалось обезвредить. Заложников спасли. Учения получили положительную оценку руководства регионального оперативного штаба.